отмыла дно у сковородки. Видите, какое прям стало? Ну, тут еще надо чуть-чуть сейчас пройтись. Кое-где еще есть нагар. Вот. Вот в этих вот местах вот еще осталось. Вот. Не до конца отмылась. Смотрите, что нужно. Дно сковородки посыпать солью, содой. Потом взять вот такое вот средство фейри для мытья посуды и уксус. И накрыть все это салфеткой. Лучше вначале это все накрыть салфеткой, а потом полить уксусом. И дать постоять где-то минут 20. А потом вот такой вот щеточкой металлической, губочкой. И все. И будет как новая сковородка.